Привет! Здравствуйте! Мы идем на зарядку. Да, сегодня очень похолодало у нас. Сейчас 7 утра. Мы же так и думали, что будет дождик. Дождика так и не было, но зато просто стало очень холодно. Чтобы поменьше людей было, чтобы были свободные тренажерки, мы ходим в 7 утра пораньше. Потому что здесь можно еще и побегать по кругу как раз. Да, не толкаться. Попами. Чтобы не идти туда, к стадиону, мы решили здесь позаниматься сегодня. Еще мы, может, прогуляемся опять в парк. У нас тут около церкви маленький мини лебединый, звериный зоопарчик маленький для людей сделали. Туда прогуляемся, ну, может, там еще разминку сделаем. Да, мы там с дочкой обычно кормим всех животных. Мы сегодня собачек тоже тут встретили. Ты придешь кормить собачек? Конечно. А ты с Яночкой придешь? Яночка будет кормить. А это у вас ритуал тут? Да, ритуал. Потому что он сидит тут около нас. Собакин этот. Ну, мы пошли заниматься. Увидимся. На завтрак я буду кушать овсяную кашу. Я ее люблю вот так вот жидко приготовить. Чтобы там... Ну, вы видели вчера, что я и рис ела также. Ну, чтобы она была именно как каша. Не как второе, а как каша. Потом, как всегда, кофе без сахара. Я один раз, я уже, мы говорили в предыдущем, наверное, видео, что я одну кружку кофе себе позволяю без сахара, без всего. А то бывало иногда я пила и с молоком, и со сливками, по-разному, и со сгущенным молоком, когда что было. Потом одно вареное яичко, я тоже люблю вот такое оно полусмятку. Два орешка я тут почистила себе и два кусочка сыра. Вот так вот у меня будет завтрак. На завтрак я буду кушать кашу, свеклу с чесноком вареную и с растительным маслом, немножечко солькой. Вот, потому что там находится для работы мышц очень калий, хорошо помогает для работы мышц. Железа много, в общем, много микроэлементов. Очень полезна свекла вареная. Ну и апельсинку хлопаю. Даем. Вот. Приятного аппетита. Вкусняшка. После занятий спортом так вообще. Собачка мимо стая. Не покусают они меня? Не, они балуются. Скачи, моя лань, скачи! Давай, давай! Ноги застряют! Красотка, пыхти, пыхти! Ну, там лежит... Всем пакет! Да, мы ему косточки приносим! А я снимаю! Сосредоточься. Обеденный прием пищи у меня состоит котлета из говядины, потом на гарнир у меня идет
баклажан тушеный с помидором, без добавления масла, просто на воде. Потом у меня идет в виде салата свекла отварная с чесноком, тоже без масла, и порезанный один огурчик и четвертинка болгарского перца. На обед у меня будет зеленый борщ со сметаной, с яйцами и щавелем. Картошка там немножко. Картошки, лука, морковки. Обычный зеленый борщ. Через часа два я, наверное, еще съем салат. Потом заберу дочку школы. Вместе придем с английского. И еще салат сделаю себе с морковкой, с редькой, с маслом растительным и огурчиком. Раньше я вообще не любила борщ зеленый, только обычно любила красный борщ. Да, с возрастом этот стала больше даже любить. Он такой вкусный, с щавелем. Приятного аппетита! Этим, ребят, у нас вечерний перекус. Перекус? Да. Да. Что, мандаринку мы чем перекусываем? Тортом или мандаринкой? Угадайте в Апельсинкой. комментарии. Пишите в комментариях. Пишите в комментариях, как меня зовут. Яна или Януся? Догадайтесь. Да, мама, это сказка. Ну ладно. Яна или Милана? Ставьте лайк и пишите в комментариях. И ставьте на колокольчик и лайк. Нажимайтесь вниз и нажмите как на кнопку. Если у вас она серая, вы подписаны. Если она у вас красная, быстрее нажмите на нее. Ужин буду кушать вареную свеклу, огурчик и котлету из говядины, посыпанную все укропом. Хотела вначале сделать салат, но решила не делать ничего с солью на ночь, чтобы не было отеков потом. На ужин у меня опять йогурт. Ну вот, мы отзанимались. Да, позанимались. Ну, хорошо, хорошенько пропотели. Погода портится. Да, надо уже двигать. Совсем как будто дождь сейчас пойдет, да? Ну да. Ну, передавали же дождь. Ну вот, нам все пока нравится. Мы, может быть, конечно, еще не сильно такие специалисты в этом деле, но мы только начали. Не думаю, у нас зато все уже и получится. дышится легче, и ходится посыпаться лучше. Утром вставать. Я утром делаю лимфодренаж. Я много посмотрела всяких массажей всего, и лица, и шеи. Я утром делаю лимфодренажную зарядку 5 минут на кровати, чтобы лимфу разгонять по телу. Вот. Потом делаю массаж для шеи, ну и чтобы пойти. А потом мы со Светой пока идем до сюда, встречаемся мы здесь, и идем там по 15 минут. И я быстрым-быстрым шагом, чтобы уже была как разминка. Хотя мы тут еще разминаемся. А я бегу иногда, опаздываю. Она с ребенком, и то в школу нужно отводить, то ее собирать, она все время в беге находится. Мы и поправились, потому что, это честно признаться, это просто мы разожрались. Ты вон сколько с ребенком бегаешь везде. Ты бы могла быть как тростинка, если бы на ночь просто не ела. Если бы не доедала за ней всякие торты, пирожные. А, вот. А я вообще встаю. Вот дочка у меня худенькая, я потом видео покажу вам. А я встаю. Спортивная. Бывало ночью. Пойду в туалет. Вот такая думаю, могу съесть пару котлет еще. Чего бы не съесть пару котлет? Ночью идет как раз там передача смешные по ТНТ, я какой-нибудь включу там приколы, сижу и не заметила, что три котлеты, может, там. Вот такие вот планы. Ну ладно, увидимся в следующем видео. Да, мы все, целуем вас, спасибо, что и нас если смотрите. Вы вам понравились, подпишитесь на нас. Мы будем очень рады. Мы будем следить за нашими похудениями. Да. Каждый понедельник будем
взвешиваться, и мы надеемся, что у нас что-то сдвинется с мертвой точки. Будет прогресс. Пока-пока. Пока.